Специальное место Евангелия сегодня, которое о мучениках. Я недавно песню написала. Мы с Надей убирали храм, и она мне дала календарь «Голос мучеников». Молиться на каждый день, в какой стране страдают. Это особенно Северная Корея, африканские континенты и мусульманский мир. Там очень много людей за веру, проповедники и просто верующие. Даже дети от родителей страдают. И в конце поля, когда она... Инициатор была у меня Поля, она каждый день встает, этот календарь достает, давай молиться. И там на обратной страничке написаны адреса, кому можно письма написать. И у нас, можно сказать, в нашей бывшей союзной республике, в Таджикистане, сидит мужчина, Бахром. Вот. И мы решили ему написать, она ему картинки там нарисовала. Вот. И женщине какой-то иностранке еще, она говорит, хоть картинки там, ну всякие, нарисовала насчет веры. Решили послать, я думаю, может ему песню какую-то свою выбрать, ну, для укрепления. Потом думаю, зачем я буду выбирать, я ему напишу и все. И вот села, у меня родилась такая песня на землянку. Мне за веру страдать суждено, хоть и мирная жизнь на дворе, в каземате унылом светло. Горит яркая вера во мне, эта вера моя ко Христу освещает мой путь на земле. Я до смерти ее донесу, пока жизнь иссякнет во мне. Я до смерти ее донесу, пока жизнь иссякнет во мне. Мой Господь не оставит меня, укрепит от греха, сохранит, но страдает на воле семья. За нее мое сердце болит. Помоги мне все перетерпеть и разлуку нам перенести. Без Христа и на воле тюрьма, без Него мне не жить на земле. Без Христа и на воле тюрьма, без Него мне не жить на земле. Матерь Божия, мне помолись, чтоб Господь взял за руку меня, и меня не смогли, чтоб сломить, не прельстили враги, чтоб меня, и меня не смогли, чтоб сломить, не прельстили враги, чтоб меня, чтоб отчаянье не добралось, и любовь не погасла во мне. Встретить Господа, чтоб довелось, в Его чудной небесной стране. Встретить Господа, чтоб довелось, в Его чудной небесной стране. Сам Господь за меня пострадал, значит, нужно мне крест свой нести. Мне в холодной темнице тепло от Христа негасимой любви. Мне в холодной темнице тепло от Христа негасимой любви. Ангел Божий меня защити, от мучений крылом ты укрой, и до неба со мной долети, чтобы в вечности был я с тобой, и до неба со мной долети, чтобы в вечности был я с тобой. Никому меня не разлучить со Христом ни за что, никогда. Только сам я могу отступить, да не будет того никогда. Помни узников ты во Христе,
их молитвой своей обогрей, и помогут тебе на суде, отворят в небо райскую дверь, и помогут тебе на суде, отворят в небо райскую дверь. Спаси Христос. Спаси Христос, проникновенные слова, слава Христу. Да, тебе уже пора начинать собирать сборник. Я вообще песен в этот период, пока по вас тосковала, братья и сестры, муж меня не пускал, я 12 песен написала за 3 месяца, да, 4 песни примерно в месяц, да.